Всем привет, это Аквапарк Карибия. Если вы собираетесь к нам в гости, то лучше ознакомиться с правилами посещения заранее. И вот некоторые из них. Дети до 120 сантиметров могут посещать аквапарк бесплатно. До 18 лет можно посещать аквапарк только в сопровождении взрослых. После оплаты вам выдается электронный браслет. С помощью него вы можете войти, выйти и пользоваться шкафчиками. На браслете лежит кредит в размере 5000 рублей. Это для того, чтобы оплачивать отдельные услуги, попить и покушать в аквапарке. Будьте внимательны, эта сумма не входит в стоимость билета. За отдельные услуги вы можете расплатиться на кассе доплат. И не забудьте вернуть браслет. На территории аквапарка нельзя курить, даже если очень сильно хочется. У нас есть видеонаблюдение, если что. Также проносить алкогольные напитки и распивать тоже нельзя. Нельзя прыгать с бортиков, нырять, бегать. Вообще, слушайте наших спасателей, они всегда подскажут, если вы делаете что-то не так. Также, если у вас какие-то кожные заболевания, раны, то пока что лучше остаться дома. Для экономии времени, перед тем, как взять талон в терминале электронной очереди, заполните расписки об ознакомлении с правилами посещения аквапарка на каждого взрослого посетителя. Взять их можно на стойках около касс аквапарка. Более подробная информация есть у нас на сайте, и не забывайте подписываться на рассылку. До встречи!